Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби, да и просто зашедшие на канал зрители. Сегодня приехали на рыбалку, такой хороший солнечный день, правда очень ветреная погода. Приехал друг с Литвы. В Литве сейчас рыбку не половишь, так вот приезжают к нам в Беларусь половить. Сегодня испытание моего спиннинга Земакса. Потестируем, посмотрим, как он кидает, что из себя представляет. Такая вот палочка, красота. Первый заброс. Поставил чебурашку 22 грамма. И будем пробовать кинуть. Ух ты! Как он швыряет! Первый заброс спиннинга. Сейчас попробуем. Попробовать закинуть. Попробую сначала. Смотри, как пошел. Так это я не вкладываю. Алло. Ну слышно. О. Перекрестились. Так ты ж раньше вытянешь. Корчики слышно? Корчики слышно вообще. Я тем так не слышал, даю. А илистое дно. Ил. И чувствуется даже, как груз в ил заходит. Чтобы не было холодно. И так нормально, зима закончилась уже. Удар какой-то был. Ты если удар хочешь, поможешь. Не-не-не. Карман собирать, потом приедешь. Как по белой рыбе ударил. Ну, работать приятно. Посмотри мне, мандулу не всади. Блин, Санька, а куда ее кидать, чтобы ее не всадить? Ну я ж чувствую, вот иду. Нет, я понял. Где корчи? Тут в метрах в 20 начинаются, в 15. Блин. Ну что, нормально кидает, это боковой ветер, блин. Учти, он петлю какую вымотал. Так кину, не будет корчи? Я вдоль берега. Ну, попробуй. Да? Не надо, вот вдоль берега не надо. Прямо кину, да? Ох ты, как летит. Летит нормально. Твоя плетенка тоже такая? Ну тоже в дугу, видишь, выгнула. Летит годно. Так. Так я это точно так же кину. Ты по кому ветре? Ну, у меня грум 22 грамма стоит, груз. Листа. Да чувствуется, вот как выл груз заходит, чувствуешь даже. По чуйке одинаково. О, а, блин. По чуйке одинаково. Одинаково. Угу. Груза, сколько у тебя, 20? 20. А у меня 22. Одинаково. Вот чувствую, как по палке тын, по палке бьет, вот по палочкам, по затопленным. Бланки одинаковые, не, удивления нет. Касание палка было. Ну, чувствуется каждое касание. Сейчас кидаю Spider Z10. Ну что, довольно хорошо шпуляет, вот смотри. Короче, смотри, я тебе скажу вердикт. Для тех, кто, может быть, хочет две модели, но не знает, что купить. Z10, он более универсальный. А эта палка, она такая более конкретно заточена под жерик. Ну, не под жерик, а по... Ну, Поджиг, жерих вот, за 10. Да, это именно что палка, если хотите конкретно джиговать. Вот прям джиг это. Судака все еще по зубам, хорошо. В принципе, за 10 тоже всекешь нормально, но за 10 он более такой медиум-фаст, я так бы сказал. Каждое касание он каждое по кончику касание чувствуется. Бланки одинаковые. Если нет денег, но хочется, в принципе, Z10 будет вариантом более универсальным. Z10 X. Фастовый строй. Фастовый, да. А Бюриза экстра фаст. Экстра фаст. Ну, в принципе, я вот уже так пробую. Первое мое впечатление, что небольшие воблера до 110, в принципе, можно тянуть. Именно если не твичингом, а так ловить. Да, можно, наверное, и по твичингу. Ну, легкий твичинг можно. Можно, да, какую-то вертушку, колебалку, все на ура. Ну,
А если конкретно цель джиг, то тогда лучше буриза, если конкретно джиг. Ну да. Заброс, в принципе, одинаковый. Ну, если еще не вкладывались, но кидает хорошо. Ну, плюс боковой ветер. Да, при боковом ветре. Сейчас попробую бросить против ветра. Очень хорошо летит. Даже против ветра хорошо шпуляет. Груз 22 грамма, как с катапульты. Глубина здесь 10 метров. Довольно долговато груз падает. Даже 22 грамма долго падает. Каждое касание по дну чувствуется. Кончик сразу отыгрывает. Да. По кончику хорошо видно, и в руку очень хорошо. В принципе, меня низы этого спиннинга вообще не интересует. Я брал его для тяжелого джига. И меньше 14-16 грамм на этом спиннинге я и не собираюсь использовать. Ну, качество броска мне очень понравилось. Бросок зачетный. Да, хорошая палочка. За свои деньги стоит того. Каждый зацеп, каждое касание об корч, об куст чувствуется. Вот первая поклевка на Zemek Spider Z10. Ну, что-то клюнуло. Что-то. На щучку похоже. Угу. Неплохо отрабатывает. Неплохо. Не держи, Санька. Ничего себе. Опа. Класс! Щупачок. Вот и первая поклевочка. Разловили спиннинг Spider Z10. Ха-ха. Да, Сань? Да. Ничего себе. Подними ее. Вот сейчас. 700 грамм. 700 грамм щучка. Неплохой щупачок для первой рыбы. Ну что, кто будет отпускать? Иди неси. Поймали щучку, отпустили. Еще пусть растет. Еще. Приедем через пару месяцев за крупной. Хороша. Пошла. Ну-ка, скажите ваши впечатления. Я доволен. Вот, а ты? Да, поклевка четко в руку, я даже испугался. Вот, ну, как током ударило, да? Еще немножечко, и скоро мы их уже отведаем, щучек. Еще да. Чуть-чуть у нас осталось до конца запрета. Но желаю вам отпускать рыбу, так как если мы не будем это делать, то что останется им в будущем? Да. Это наше будущее, детки. Потому, да. Ребята, лайк. Отпускайте рыбу, лайк. Не жалейте никогда. Голодные все равно не наедитесь такой рыбкой, поэтому лучше отпустить. Что нам, Денис, сделать? Отпускать. И подписчикам что нужно сделать? Поставить лайк. Вот так. За наши старания. Продолжаем дальше. И, кстати, друзья, щучка была словлена на наш итошайнер самодельный в кислоте. Очень приятно разловить свои приманочки самодельные. Да, Санька? Конечно, приятно. Не, другая. Поклевка у Сани. Да. Александр, давай.
А, на воблерок. На воблерок, читер. Ну давай помогу. Подержи, Александр, пожалуйста, чай. Я как боцман. Поменьше. Это да, это. Это мелковатое. На, царь, снимай. Приехал в Европу, чтобы половить местную щуку. Ага. Мне интересно, откуда вот такие вещи здесь делают, смотри. Кто-то местные гуляли. Блин, как же ее, щипцами надо? Как поклевочка, как взяла? Расскажи, как она произошла, поклевка. Обыкновенно. Бах и готово. Все. Ну что, за папой, за мамой? Да. Весит. Лучше за самом. А сколько весит? Это небольшая, грамм 500. Такой, блин, как будто зацепчик. Такой чик. И ожил. И небольшое сопротивление пошло. Ну, вот. Продолжаем ловить дальше. Я ловлю сегодня на мандулы. Саня на резину. Второй Саня, который с Литвы, пробует воблеры. Ну, как видите, мы рыбу все отпускаем, не берем. Чисто получаем эстетическое удовольствие от рыбалки. Поклевка так нормально. Попробую покидать нашу аварунку и джиголочку. Точнее, чебурашку поставил 10 грамм. Посмотрим, как спиннинг сейчас закинет 10 грамм и как я его буду чувствовать. Сань, даже 10 грамм, смотри, как пошло. Ну, попробуй, как оно... Очень броский спиннинг, очень. Я тебе хочу сказать, стекает он классно. Мне нравится застрой. Сегодня с Саней, как говорится, обновляем спиннинги, Земексы. У меня Буриза, у Сашки Z10. Ну, в принципе, друзья, палки достойные. Что та, что та. Вот покидали, посмотрели. Чувствительность у них, в принципе, на уровне, на одном. Правильно сказать, за эти деньги очень хорошо. Да, да, вот такие вот именно палки стоят своих денег. Тут надо понимать все-таки, что это бюджет ближе к, ну, точнее, сегмент ближе к бюджетному, скажем так. Ну, так оно и есть, да. И за эти деньги ты получаешь... Недорогие спиннинги, но... С хорошей балансировкой. Хорошая чувствительность, вот даже 10 грамм. Даже 10 грамм вот об какие-то корчи, вот чувствую, как стучит груз. У тебя здесь тест 8.35, но головочка вот 10 грамм, касается дна, касается коряжек, травку какую-то вот цепляет. Очень хорошо чувствуется. Даже сдали, когда начинаешь тянуть, даже 10 грамм чувствует. Поклевка чувствуется, Саня, я аж пугался, как она джахнула. Да, да, хорошо, вот спиннинг отыгрывал. И просекает так надежно, слышишь, прям вот сечь. Нет, он жириховый, как жириховый, по судаку он судака всекет отлично. Так да, палки хорошие, жесткие. Но вот только что Буриза экстра фаст, а все-таки за 10 фастовый. Все-таки, на, если мы с тобой нацепляем пилькеры и при одинаковых условиях за 10 дальше кинем. Ну, за 10 и длинней, да. На 10 сантиметров. Но все равно, вот хорошие бросковые палки. Вот. Я раньше так думал, брать Земекс, не брать. А теперь и не жалею. Неплохие. Я Сашкин спиннинг потряс в руке, покидал. Свой. Хорошо, на хорошая чувствительность, ребята. Сане сделаю подарочек. Заказал с Китая, пришли пружинки, он давно хотел. Вот такие вот заказывал, друзья, ссылочка будет в описании под видео, мне понравились. Вот, и у этой фирмы купил офсетники, сейчас Саньке дам на пробу, попробует. Да и я сам попробую тоже. Фирма Паксипа какая-то. Довольно неплохие офсетники, правда толстоватые, но зато они очень крепкие. Недавно пришла посылочка, острые, вот цепляются очень хорошо за палец. Вот. Сейчас Санька попробует, и я их попробую. Попробуем. Довольно дальше. Неплохая. Такой вот набор мандул самодельных наделал.
такие вот мандулки. Испытываем, пробуем. И, конечно же, пробуем свой самодельный силикон. Тоже немножко налили, взяли на пробу разных расцветок. Когда мы это все опробуем, неизвестно, но пробуем. Санька уже разловил даже это шайнера в кислоте. Ну ничего, пробуем, ловим. Попробую, друзья, сейчас кинуть космастера на 18 грамм. Посмотрим, как далеко он летит. Посчитаем по оборотам катушки. Ну, летит супер, вообще далеко. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, тридцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 60. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 80. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 87 оборотов катушки. Придаточное число у меня 6,2. Один оборот 0,88 метра. Короче, 88 сантиметров. Один оборот катушки. Вот и посчитайте, сколько получается метров. Забросил Кусмастер 18 грамм. Ну что, попробуем ради эксперимента и теста покидать вот такой вот Кусмастер майфайновский 21 грамм. Просто вот ради интереса, как он полетит, полетные качества. Кидать будем средней амплитуды, то есть не сильно, не слабо. А у палочки тест? А по тесту палочки 6,32. В принципе, запас прочности присутствует. Середина, середина. Ну да, посерединке. Ну вот, попробуем сделать такой средненький заброс. Ну давай, махай. Хорошо пошла. Ну, метров за 70. Да, хороший заброс. Такой средненький. Я думаю, хорошим пилькером можно метров даже 90. Да. Под сотку кидать. При хорошем береге, чтобы было удобно бросать. Заброс хороший, чтобы если нормальный размах сделать, очень хорошие бросковые палочки. Ну, вот. Ровным счетом для этого палочка и бралась. Ну да. Такие дальние забросы, тяжелые приманки, то есть двинские. Ну и сухой, жесткий бланк, в принципе. И довольно звонкий. Довольно звонкий, да. Даже касание травы и то чувствуется.
Вот, друзья, рыбалочка подошла к концу. Обновили сегодня спиннинги, посмотрели, как они работают. Спиннингами очень довольны остались, хорошие палки, довольно информативные, хорошие бланки. Приятно кидать, хорошо закидывают, заброс довольно хороший. Чувствительность очень понравилась. В принципе, для такого ценового сегмента палки огонь. Так что можно брать и ловить. Довольно крепкие. Вот цеплялись, были такие хорошие, уверенные зацепы. И вырывали с зацепов, и бревнышки вытаскивали. То есть палка такая, ну, крепкая, вот как бюрыза. Z10, хорошие крепкие палки. Понравились. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч!